Есть такая профессия – родину защищать. Причем иногда защищать ее приходится от собственных граждан. Именно этим и предстоит заниматься выпускникам филиала университета МВД имени Кикотя. Следить за соблюдением общественного порядка и поддерживать спокойствие. Традиционно в начале октября первокурсники присягают, произнося главные в своей профессиональной жизни слова. Клянусь, без степени полномочий сотрудник органов внутренних дел. Уважать и защищать права и свободы человека и гражданин. Свято соблюдать Конституцию Российской Федерации. В жизни каждого стража порядка это событие значимое и важное. Момент, когда совершается священная клятва служения народу, отечеству, является началом нового образа жизни, когда в приоритете всегда будет служебный долг и честь. Именно с этого дня почувствовал себя именно настоящим и полноправным сотрудником с органов внутренних дел. И я испытываю очень большое чувство гордости за себя, за свою страну, за свой университет. 63 курсанта первого курса и 91 слушатель факультета профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации сегодня выстроились на плацу. Среди них не только рязанцы, но и представители Москвы, Тулы, Иваново, Костромы, Омска, Владимира, Республики Татарстан. Некоторые из ребят – продолжатели семейных традиций. Да, это семейная традиция. Я выбрал университет системы МВД и профессию полицейского, потому что я хочу продолжить профессиональную династию своей семьи. Я хочу также стоять на страже закона и правопорядка, как и мои родители. Мне кажется, что профессия полицейского связана с такими понятиями, как долг, честь, совесть. Служба народу. Мужскую профессию и непростой путь службы иногда выбирают и девушки. Я к этому шла очень долго, и я чувствую то, что это мое, то, что мне это будет нравиться, и профессия должна приносить мне удовольствие. Я думаю, это именно та профессия, от которой я буду в восторге. Курсантам пришлось выдержать не только вступительные испытания, экзамены по общеобразовательным предметам и физической подготовке, но и суровый профессионально-психологический отбор. Я считаю, что главная проблема сегодня повышения качества работы органов внутренних дел – это проблема кадров. Как никогда необходимы высококвалифицированные, с великолепным образованием и хорошей практической подготовкой люди. Я считаю, что наш рязанский филиал, университет в целом, сегодня дает возможность ребятам именно получить такую подготовку, которую ждет от них российский народ. От того, насколько каждый из стоящих сегодня на плацу осознает свою ответственность, зависит спокойствие и порядок на улицах нашего города спустя время. Выбрав путь служения обществу, курсанты вуза с юных лет привыкают к строгой дисциплине. Пятилетний путь ожидает их впереди перед тем, как они станут специалистами и будут выполнять свой служебный долг.